Вот, девчат, посмотрите, это то, что происходит у нас сейчас на гавани. Вода текет вообще ужасно. Вот там вот за горой земли глубочайший арык, 2 метра, который просто-напросто открыт. Это я вот стою сейчас со своего огорода, вот снимаю. Вот он дом. Здесь буквально несколько метров до этого арыка выкопали и все побросали. У нас тоже 5 детей, не только у меня, у соседей у моих дети, через дом дети. У нас, в общем, полная улица детей. Вот смотрите, сейчас пробила уже землю и текет снова в огород. Буквально 2-3 дня назад звонила в МЧС, приезжали представители акимата, приехал экскаватор, немного здесь под...